Лесин – это человек, который создавал российский рекламный рынок. Человек, которого любой рекламщик, фамилию которого называет с придыханием. Многие мечтали о нем, с ним встретиться и не могли. Настолько это был, так сказать, человек влиятельный, сильный и значимый. И на протяжении, так сказать, полутора десятков лет он этим рынком управлял, был его игроком, и ни одно решение, ни одно событие на этой медиапространстве не происходило без его решения и так далее. И вот, собственно, произошло то, что, так сказать, произошло. И я думаю, что надо вот здесь искать корни. Попытки влияния на смены влияния на российский рекламный и телерынок. Тут загадка и для спецслужб, и загадка для нашей власти в том числе. Но я думаю, что следствие было засекречено. Те, кто следствие ведет, конечно, хотели воспользоваться той информацией, которую они получили. То есть в любом случае смерть такого человека, это тут невозможно обойтись без политики. И, конечно, спецслужбы американские, там, следственные органы, они захотели эту информацию попридержать, чтобы решить, что с ним делать. Вот, очевидно, решили, выпустили в свет эту информацию.